Доброго времени суток, дорогой зритель. Пока ты не успел убежать, я тебе напомню, что это у нас игра Control, какого там 19-20 года выпуска. И примечательно то, что она полностью переведена на русский язык, полная русская озвучка абсолютно всех персонажей. И это очень круто, это очень классно. И специально для тебя обновил DLSS библиотеку до версии 3.1.11. Да, это на момент выхода видео не самая последняя версия, есть 3.1.13. Но не будем экспериментировать, так как 3.1.11 проверенная. Соответственно, в предыдущей части мы прошли первое задание. Соответственно, сегодня клацаем «Возобновить игру». И найти, что там, войти в отдел связи, чтобы найти телефон прямой связи. Отдел связи, телефон связи. А, пауэрапы. Материал. Открыть. Ой. Чё там? Вот это, да? Вот это. Тыч. Это типа у меня одинаковые. А, это вот 20%, это 25%. И можно нажать F и типа разобрать это все. Ну, пока мы этим заниматься, конечно же, не будем. Все. Идем дальше. Разобрать всегда успеем. Нам говорят, карту говорит. Открой. Угу. Есть куча мест, где мы еще не были. Ну так, что, пойдем направо. Ага, здесь не хочет. А че, УВ не работает? Я хочу крушить, все ломать. Не работает. А есть беленькие точечки. О, ништячки. Чё на этот раз? Материал. Уровень доступа. У вас нет уровня. Ну и ладно. Нет. Потом будет. Туда еще успеем. Что у нас здесь? Ага. Та-д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 а. О! Штики. Уже две памяти. Позже у нас будет доступ и будет понятно, что с этим делать. Вот это вот. А, это типа подсказка, куда идти, да? А, там ништяки. Надо брать. Это легко запоминающиеся слова и правила. Все это чепуха, конечно, но мне кажется, в них скрыт какой-то смысл. Да блин, почему? Где мне доступ-то взять? Чё за ерунда? Боеприпасов тоже мне. Ну такое, да, конечно, этих шептунов слушать. Прикольно, стены пробиваются.
Степка точно. Тим-тирим. О! Штики. О, подождите, осколочное оглушение, это что-то интересное. И снаряжение. Это вот это, да? И можно поменять на вот это. Исключительно для осколки. Открывается улучшение. Ну, хочу улучшить, у меня он есть. Нет, нельзя? Нельзя. Вот это, по сути, уже можно расфигачить. Хочешь, чтобы я здесь находилась? И я согласна. Блин, я что-то пропустил. С кем она разговаривает? Это что-то сидит в ней? Здрасте. Так быстрее. Ого. Летать я тут типа не умею, да? Воу, как реалистично, прикольно. Что тут? 5 туалетов. О, наконец-таки, впервые в туалете что-то интересное. Я про ништяки. Пауэрапы и все такое. Communications Department. Ого, как оно умеет. Фига себе. Да понятно, что туда идти. Но... Понятно. Туда типа лучше не идти. Что-то, наверное, туда лучше не надо. А жаль. Базаришь какую-то дичь. Так, здесь я все посмотрел. Тут есть еще один. Вот. И здесь же я тоже, да, уже все посмотрел. Все, да. Ладно, валим дальше.
А можно свет включить? Тут что-то как-то темно. Мотооружие. Я даже не знаю, где. Жесть какая-то. Комплюхтер, нифига ты сильная. Мало, мало жизни, мало жизни. Сейчас чуть-чуть собираю. Да, забавно. Нельзя. А чё, у неё ХП не отхиливается, что ли? Это как-то плохо. Это может привести к неожиданным сюрпризам. Отдел связи. Мы на правильном пути. Так, что у нас тут? Только посмотрите. Всего 8 дюймов, а емкость целых 80 килобайт. Украдено нашими друзьями из ЦРУ. На дискете хранились коды запуска советских ракет. Конечно, это не та дискета, но на вид похоже. Идеальное слияние концепций коллективной бессознательности, времен Холодной войны и хранилища. Это сосуд для опасных энергий, которые нужно обуздать, и им это удалось. Мы не знаем деталей, но когда вокруг дискеты все начало летать, ее передали нам. Улетный предмет силы. Или УПС. Упс. А еще она может телекинетически метать предметы. Всего мы подняли в воздух около 30 карандашей. Как-то... Где взять? Мы даже запустили чашку. Нравится, нравится. Где взять-то? Вот эти вот фиговины. Неужели они ни для чего здесь не используются? Там ничего. Блин, опять закрыто, закрыто. Clearance level 2. Сволочи. Не пускают. Я не знаю, где тут доступы раздобыть.
Лутаю вроде везде, но что-то... Ладно, сейчас сюда еще сходим. Communications Department туда. А там что? Центр. Ладно. Ништяки есть, есть, ништяки. Ничего нет. Ну, так всегда. Кафетерия. Не подглядывай. Это предмет силы? Видимо, шумы заразили его. Давай очистим. Все бы ничего, только я не понял, в эту фигню стрелять надо или что с ней надо делать. Это нифига нету. Мы нашли дискету с кодами запуска. В этом месте я тебя хуже слышу. Будто твой сигнал глушит. Совет здесь всем заправляет. Это их пирамида на логотипе бюро. Они и есть тут главное руководящее звено. Я им не директор. Я никому не директор. Удерживайте Е, чтобы взять подсвеченный предмет. Кстати, вы не совсем правы. Я вот не держу ничего. Но идея мне нравится. Это все как бы замечательно. ХПшечку мне можно восстановить? Да. Здесь симпатично, очень симпатично.
кстати. Это даже веселее, чем с пистолета. Ща я хпшечку подлечу. Нормально, он уже почти полный. Так, это кнопка выхода. Главное, рано ее не нажать. Тут что-нибудь интересное могу пропустить. А скоро ты можешь и летать научишься, вообще будет прикольно. Ага, все-таки расфигачивается, да? Ладно. Бэм. Это очень весело. Это прям. Это прям. Это восторг. Вот и ты. Ты пропадала куда-то напрочь. Эта штука у меня. Ты же так и хотел. Это поможет противостоять шумам. Это восторг, просто максимальнейший восторг. Это просто лучшее, что можно было придумать. Блин, телекинезы и все, что хочешь. Так, пройти в отдел связи. То есть мне нужно вернуться или что? Хе-хе, классно. This is fucking amazing! Да ладно, все так было просто. Я даже не понял, что произошло. Еще один шелтер. Без этих? Ну, да. Вроде нормально. Фу. 30 из 40 странной коллекции найдено. Так, ну чё, в целом прикольно, да, замечательно, идем дальше. Я пришел оттуда, значит, надо идти сюда. Эмили сказала, что телефон находится после зала обработки. Стены, которые можно просто отломать. Это очень прикольно. Да, и осталось начать летать. Будет прям что-то с чем-то. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Оп. Ты-ты-ты-ты.
Полочное усиление. Так, что у нас есть здесь? У меня сейчас вот это. Скорость восстановления энергии плюс 19. Энергия плюс 5. 20. Энергия плюс 5. Энергия плюс 5. Ну, как бы две одинаковые. Неинтересно. Так, что здесь? Это... Осколки. Осколочное глушение. Ладно, и так пойдет пока. Ничего не понятно. Ну, как обычно. Просто если даже первого Зарта. Уровня нету, то... Может, тут ключи где есть? О, смотри, у него что-то светится. Вот и первый уровень. Этим тоже. Двери откроем. Нас ведут вот сюда. Но мы сюда сейчас не пойдем, потому что... Я не знаю, что это такое, но мне... Здрасте. Они теперь еще и летают? Посмотрим, что будет за то, что в лупе долили. Нажмите F, чтобы переключиться между двумя. А, блин, да ладно. Вот что происходит. То есть меня отбрасывает аж черти куда? Серьезно? То есть как будто я здесь вообще что ли ничего не делал? Я случайно. Куда идти? Я просто помню, что я был здесь, что пошел туда. Да, и я, короче, сделал вот эту вот ошибку, да? Да ёлки-палки, чё так выносят-то жёстко, а? Вообще пипец.
ХП не восстанавливается. Эти, блин, со всех сторон заходят. Блин, ну чё-то вообще... Всё пошло по бороде. Уже со злостью, блин. Опасно есть. Так, где ты? Вообще идея прикольная. Все бы ничего, так он уворачивается с этим. От этого же было плохо. Так, то есть Томаси капитулировал? Или это часть вторая битвы? Уверена, он еще появится. Главное не проморгать. Телефон будет после зала обработки почты. Нет, то, что здесь любой кусок можно просто взять и выдрать откуда-нибудь и начать наносить урон, это прям... Ну, то есть, вот, пожалуйста. Любое все, что первое попадается. Но это прямо кайф. Так, ладно. Я здесь побился, а нафига, а зачем, а для чего? Он показал, что вылез отсюда, да, сверху. И он же должен был куда-нибудь вот сюда. Пролезть, не? Не, понятно, подожди. Я был вот здесь. Вот сюда он должен был пройти. Хорошо, запиши это. Ситуация на Кубе была изучена соответствующими органами. Альберто Томаси, руководитель отдела связи, сотрудников посольства США в Гаване, захвачен шумами. Звуковым оружием в руках другой державы. У многих сотрудников повреждения внутреннего уха, но большинство из них должны восстановиться. Конечно, это привело к повреждению клеточной структуры, и мы не можем винить в этом идиотскую шумовую систему. Слава богу, первыми их осматривали не местные врачи. Честно говоря, каковы были шансы, что... Телефон прямой связи уже рядом. Бум, просто отвал. У нас отвал.
Да, слушайте, очень много всего можно выдрать. А ну. Ну это понятно, просто было ближе, да? Внимание. Сейчас что-то будет. Казино и гостиница Ocean View. По логике сна. А шнур выключателя света. Дверь, помеченную перевернутой черной пирамидой. Я немного не понял. Туда надо идти, не надо идти. А я больше ничего здесь и не вижу. Ну, здесь вот явно. Блин, ну упаду же. Надо же. А мы здесь раньше не были? Не. Я часто останавливалась в придорожных гостиницах по всей стране, постоянно в дороге, в бегах. Не палилась, короче. Что интересно, это место напоминает все гостиницы одновременно, будто осязаемый сон. Понятно. Че я могу, ничего не могу. Дзинь. Народ! Есть кто-нибудь? Это я, блин, любимая фраза, да? This makes sense, так-то. Интересно. На ключе черная пирамида. Пойдем туда, в казино. Ладно. Чтобы враг не прошел. Здрасте. Есть что? Не получилось, давай еще раз. Что за прикол три раза дернуть? Это как в анекдоте, да? Астральное измерение. Ну что ж, погнали. Плиточка у вас красивая в вашем измерении. Очень прям прикольная. Вау! Я немножко не понял, что надо. Связаться.
сущность. Ну и чё? Чё мне с этой сущностью делать? Я ничего не понял. Вот хоть ты выспись, ничего не понятно. Ненавижу игры, в которых ни хера ничего не понятно. Еще у меня тут эта валюта внутриигровая теряется из-за этого. Ну и... Как бы и чё делать, я не знаю, мне непонятно. Я не знаю, я просто мимо таким образом прошел. Я ничего не понимаю. Вот прям вот вообще, это как-то очень тупо. Что вот эти хрени, что они обозначают? Что с ними делать? Это телефон. Предмет силы. Он не соединен с обычной сетью, это прямая связь с астральным измерением и советом. Но я считаю, что через него можно связаться и с иными мирами. Директору нужна команда, управленческая команда. Эти люди знают секреты бюро не хуже меня, а кто-то даже лучше. Дарлинг, Томаси, Сальвадор, Маршал. Маршал в особенности, она глава оперативного отдела и видит меня насквозь. Она знает, что я не полагаюсь на людей. И если уж кого-то подводить, то самого себя. Но все меняется, когда ты становишься директором. Ну все, телефон у меня. Теперь можно связаться с Тренчем. Ну, выслушать его. Он похож на эхо. Эхо с важной информацией. Надо вернуться к Эмили. Люди как-то бурно реагируют, когда я рассказываю о тебе. Может, пора рассказать Эмили? Она могла бы помочь. Здесь разве была дверь? Забавно. Все, директора нет, закончился. Ну явно за этими дверями что-то есть. Тут что, можно одежду, не? Нельзя.
Там, я помню, где-то был первый уровень. Вот. Я все хотел сюда зайти. Ура. А тут-то что? Тут ничего нету. Так, короче, я тут. Фига себе, тут аж четвертый уровень. Надо же было потыкать на кнопочку. Понятно, что радио. Так, еще тут интересная темка нашлась. Оп. Ага. Это все? Это ради этого я сюда приперся, да? А не, вот ящичек, ящичек. Джесси, вы нашли телефон? Как дела в отделе связи? Там шумы? Простите, вы справились. Я рада. Эмили, поговорим. Конечно. Так, стопэ сначала. Заберем вот это. И поговорим. Телефон у меня. Буду понимать слова Тренча. Чудесно. О чем он говорит? О своей управленческой команде, о людях, знавших секреты бюро. О вашем боссе, Дарлинге, о Томасе, но его нет, заражен шумами, и о Сальвадоре? Он глава охраны. А Маршал? Эллен Маршал, глава оперативного отдела, бывшая сотрудница ЦРУ. Она отправилась в сектор исследований на охрану производства РУГ. И не вернулась. Значит, надо ее искать. Как попасть в другие секторы? Это невозможно из-за изоляции. Как директор вы можете снять ограничения, но это можно сделать только в секторе обслуживания. Обычно мы туда ездили на межсекторном лифте. Он соединяет все сектора, но во время изоляции лифт не работает. Однажды мы уже пережили изоляцию. Наверное, я с этим справлюсь. Послушайте, Джесси, без подготовки, без тренировок, в этой экстремальной ситуации вы просто феноменально справляетесь. Похоже, воздействие шумов на вас не влияет. Я бы хотела провести с вами ряд тестов. Если вы не против, возможно, найдем нечто, что нам поможет. Тесты? Даже не знаю. Что, если она узнает о тебе? Хотя я бы хотела лучше понять тебя. Хорошо. Если это поможет. Отлично. Я проверю внутреннюю документацию на предмет обхода изоляции. Нужно открыть сектора, чтобы найти Дарлинга и Маршал. А я буду пробираться в сектор обслуживания. Чем быстрее туда попаду, тем скорее отключим изоляцию.
Что ж, дорогие друзья, мы вторую миссию выполнили.